имена существительные, собственные и нарицательные. Все имена существительные можно разделить на две большие группы – собственные и нарицательные. Собственные называют такие предметы, которые единичны, неповторимы. Это названия стран – Россия, Украина, Франция, городов – Москва, Екатеринбург, Смоленск, Лондон, морей – Черное, Белое, Балтийское, океанов – Тихий, Атлантический, Индийский, улиц – Тверская, Каштановая, Поварская. Имена, фамилии, отчества людей. Александр Сергеевич Пушкин. Клички животных. Шарик, Белолобый, Барсик. Нарицательные называют предметы, которые не являются единичными. Стол, конфета, телевизор, перчатки, котенок, ослик, брат, внучка. Среди собственных имен существительных встречаются несклоняемые слова – Тбилиси, Осло, Миссисипи. А род таких имен существительных определяется по роду нарицательных имен существительных, которыми можно эти слова заменить. Тбилиси – город, Миссисипи – река,